Добрый день! Представляем ваше внимание напольный кулер с нижней загрузкой бутыли и чайным столиком Vaten L49 Quet. Подача воды осуществляется через кран, установленный в верхней части аппарата. Кулер оснащен двумя чайниками для заварки чая и для кипячения воды. Чайник для заварки имеет свое ложе для подогрева и поддержания температуры. В обычном чайнике вода начинает нагреваться после двойного нажатия кнопки горячей воды. Нагрев отключается при достижении 100 градусов. Встроенный дисплей отображает текущую температуру воды. Если вода в чайнике остыла, можно включить нагрев соответствующей кнопкой. Холодная вода подается из того же крана с помощью специальной кнопки. Шкафчик для хранения посуды и продуктов находится под верхней панелью. Технические характеристики и габариты указаны на экране. Кулер с нижней загрузкой удобен для пользования. Любая девушка самостоятельно сможет установить бутыль с водой. Для увеличения срока эксплуатации кулера более чем на 5-7 лет, прибор необходимо очищать от минеральных отложений и производить дезинфекцию его емкости. По рекомендациям производителей следует проводить антибактериальную чистку кулера раз в 3 месяца и один раз в 6 месяцев его озонацию. Также напоминаю вам, что компания водовоз.ру предоставляет год гарантии на любые модели кулеров. Спасибо за внимание!